здравствуйте, друзья. Жанна задает вопрос. Жанна, задай вопрос. А что ж это такое? Вот это бутылки. Это сангрия. Испанская. Как по-украински бутылки? Кто не знает? Пляшка. Пляшка. Пляшка? Вот это ж пляшки. Пляшка. Так, да. У нас, друзья, сегодня не просто так, у нас именинница. Нынче, ну, там у них муха цикатуха, а у нас Лена. Леночка. Леночка. Что у нас, привет. Давай, рассказывай, что у нас тут вообще у нас за угощение? Средиземноморская кухня. Так. Это известный в Баэрии фалафель стоп. Находится возле вашего дома. Это что-то такое? Владельцы израильтяне. Ага. То есть это возле наши дома. Люди. Да. Это там в Санивейле. В Санивейле, да, на Дианзе. Саратога Санива улица. Знаем. Это фалафель, в честь фалафель. Которого и называется ресторан. У них остренькое там. Много остренького. Нет, нет, оно не остро. Нет. Так. Может быть, соус зеленый, да. Какой-то. Хорошо, это острый. Салатик такой. Это салатик, да. Это берется пита. Пита бред. Разнимается. Разнимается. Так. И туда накладывается салатик, фалафель, хумус. Фалафель из чего? Фалафель из бинс. Garbanzo beans. Понял, такое. С зеленью, со специями и что? Обжаренное. Бобовое такое. Да, бобовое. Так, а вон то, что такое вон. Это то. Шаурма. Шаурма. Да ты что? Порезанная курица так, со специями. Так. Это курица просто грудки в помидорной соус, соусом. Гранатом соусе. Такой, это что такое? Это называется баба гануш. Да ты что? Это из иранская баклажана. Потрясающая вещь, потрясающая. Вот сейчас я покажу этикетку. Баба гануш это моя любимая. Да. Так. Это тахини соус для фалафелев. Так. Ну и всякие салатики, капусточки. Это шашлычок кебабс. Да. Так, что это такое? Это обычный хумус. То есть все накладываем сюда, что хотите, друзья, либо отдельно капуста прикуску. Капуста какая-то? Да, это капуста. Это просто какая-то капуста сырая? Да, это все добавляется куда? В тарелочку, либо в питу. Или в питу. Это что, это острый перец? Это, да, такой маринованный, я бы сказала. Маринованный. Он не то, что острый, они не едят так. Острую еду. И вот эти бутылки с сангрией, да? Да, сангрии. Так, кто не Сережа, пил покрутите алкоголь, бутылочки, покрутите, чтобы видно было. О, лоля. Это номер один, а это номер два бутылка. Да, то есть мы начнем с номер один. Они разные? Они разные. То есть их, это как хиевикаты, как это надо сначала в определенном порядке замешивать? Нет, а сангрия делается просто фрукты режутся. А почему один и два? И заливаются. Нет. Одна, по-моему, розовая, другая белая. Понимаю. То есть не то, что вот надо по очереди их как-то. Нет, нет, это. Так, ну что, друзья, мы поздравляем Лену. Леночка, придите в объятия. Спасибо большое. В объятия. Вот, никто не видит, все мы отвернулись. Все. Вот. И каждый из нас, друзья, переживает это событие раз в год как минимум. Вот. Как минимум, но я технически правильно. Давайте познакомим нашу публику с заменой. Да, ну вот у нас публика. Ну, вы уже немножко лучше выглядите. Вы чувствуете, что вы акклиматизировались. В семью вошли? Да. Ну так, потихонечку, потихонечку. Мало не шажу. Вам это не забил всю балду, Серега, своими рассказами? Нет, нет. Нет? А там все знакомое. Все известное. А что же он целый день вам рассказывает? Ну, везде есть нюансы свои. Понял. Так-то оно все примерно одинаковое, но... Нюанс. То есть он вам все эти нюансы на вас высыпает. А я все смотрю, думаю, что он не записывает. Я все записываю. Записываете? Конечно. А куда? Я записываю в Evernote. С одного компьютера. А, в Evernote, ладно. Ладно. Хорошо. Он пользуется Evernote. А какой версии? Веб, десктоп, мобайл. Десктоп. Это наш, можно сказать, отечественный продукт. То есть он, в смысле, наши ребята сделали в Америке. Да, я знаю. Да, вот. Да, Headquarter здесь у нас в Палалто. А, серьезно? Конечно. А вот так, едешь по хайвею 101, он там, да, вот и там этот слоник с носиком. Так, я смотрю, ой, Наталья. Да. Наталья. Я себя не видимо, отделю. Художником была раньше. Нет, она создает такой натюрморт. Я просто поесть люблю. Скажите пару слов, куда вы Серегу-то дели, а то все спрашивают. Куда я его делала? Ну да. Давайте он офер подпишет, Миша. А он еще не подписал, что ли? Ну да, мы у нас я уже все до... у нас уже, да, он в раздумье, у нас все уже договорено, мы его отправляем в большой путь. Так. Он через пару лет будет у нас брать интернов. А пусть раньше берет.
Нет, ну я имею в виду, он будет их учить автоматизации. Он менеджмент материал, может быть строгий. Да вы что? Может и пошутить. А он и ростом такой. Да, солидный, и ростом солидный. Как менеджер. Я могу и щелбан дать, если что. И щелбан, как он так говорит. Но да, мы очень рады, мы его очень любим. Он у нас великолепно работал. Да. И поэтому мы хотим ему большого-большого светлого будущего. И с сожалению, и можно сказать с радостью, мы его отправляем. София, нет такого светлого настоящего, я про нас с вами, да, вот, к которому нельзя приделать еще лучшее светлое будущее. Будущее. Вот так поэтому мы, как хорошие люди, мы хотим ему еще более светлого будущего. Раньше люди ходили в синагогу, и они каждый день так, давайте уже выпьем за это. Имели немножко философии, понимаешь? А сейчас я могу сказать большому кораблю большое плавание. Вот, вот. Вы видите, друзья, опустошение, произведенное нашим коллективом. Но не тут-то было, Леночка. Что это, детка? А что, что вот это? С лопаткой? Это лопаточка, конечно. Сейчас торты продают, друзья, с лопатками. Это потому что может, может не быть у кого-то. А что-то по-китайски написано на нем. Да, это китайская бейкери. Они, китайцы, научились у французов. Happy birthday. Как... Франция не нужна никому, да? Уже теперь Китай есть. Так. Они нам ближе. Они да, научились у французов печь правильно и вкусно. И прямо из Китая шлют или прямо тут делают? Нет, здесь очень популярна эта бейкери. Да. У них все торты внутри с фруктами. Да, этот называется Black Forest, черный лес, вот с вишней внутри. Вау. И снаружи тут, я смотрю. Да, это снаружи, конечно. Ну, то есть они рецептуру берут и научились, как печь. Поэтому они не такие сладкие, как американские. Американские мы не можем. Мы должны... Ой, happy birthday написано. Да. Мы должны как-то по-французски приговаривать, типа, о, манифик. А? Леонидов, скажи, манифик. А что это? Сэнэви. Бонжур. Манифик. Шершедаткам. Шершедаткам, это хорошо, да. Ну что, давайте будем резать лопаткой. Наташенька. Так. Заканчивать. Так, 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 так. Вот он тортик, вот он пошел. Нет, не до конца. Нет. Вы видите, друзья, рождение кусочка тортика. На. Да. Скажи, да, солнышко, вот ты давно в Америке живешь, а меня спрашивает женщина, которая скоро приезжает. Она говорит, Михаил, говорит, узнайте там у ваших, а вот у нас тут новички относительные тоже. Скажите, говорит, что не забыть? Взять. Вот что с собой такое взять, чтобы потом не жалеть, что чего-то не взяли? Кроме головки ничего. Нет, нет, ну и кроме денег тоже. Я не в этом дело. Из вещей, София, вот такое, что... Ничего, боже, а что ж там есть, ребят, чего тут нет? Паспорт. Не, ну она из Москвы, она может быть одета лучше нас в 100 раз. Она уже... Нет, это правда. Так, то есть взять с собой хорошую одежду. Это же Москва. Нет, ну все, вот что такое, чтобы потом не жалеть. Вот. Я, например, говорю, консервный нож возьмите такой с деревянной ручкой. Точно, бац, я последний раз привез. Вот. Консервный нож обычный, из дома. Да. Механический. Да, у меня заколебался вот этой крутилкой. Да. Ну так, и ребята, у вас что-то было, что вы жалели, что не взяли? Все. Документы есть, и хорошо. Документы. Фотографии. Старые, может быть, там. Ничего. Дореволюционные? Ну, в смысле, родители, семьи, которые еще были. Я сейчас покажусь такой очень Достоевского в оригинале.